Представляю второй ножик на сегодня. Как вы все, наверное, догадались, это шинник с огнивой. Кстати, наличие этот ножик. Всем желающим пишите по WhatsApp, отвечу, как только освобожусь. Итак, данный ножик сделан для продажи. Это не чей заказ, а просто от души решил сделать вот такой шинчик и с огнивочкой. Загнива у нас достается так, но уже попрактиковались. Вот так плотненько. Сам ножик вот такой вот красавчик. Да, широкий, да, кончик остренький, капик такой. Ну, светлый, ребята, очень такой понятный, очень такой приятный светлый свет. Рвелка, длина клинка нету 11, нету 11 или чуть-чуть больше 11, 12 точно нету. Дело в том, что я не измерил, рога чубуком, ставочка. Ну, наверняка видели тесты, как на нем вот такие вставочки попрыгали с обеих сторон, не лопнуло. А так, повторюсь, сталь РВЛ. Так, 3-4, это 4 тонкий, работается вот так. Крути и верти. Ну вот. Как-то так. Наличие, ребята. С огнивой еще плюс. Вот так. Так заходит до конца. Итак, ребята, ножик в наличии, звоните, пишите, нежелательно пишите, отвечу, как только освобожусь. Кстати, насчет завтра разыграем, если свет не заберут, не отключат. А так, данный момент хотел отправить, но данный момент, вчера только после 18 в центре появилось электричество. До этого никак не мог отправить все равно. Ну, света нету просто, на почте имеется в виду. Вот, так что этот заказик отправлю вот сегодня. Свет этот, ремонтную работу никто не знает, когда закончат. Но благо, что что-то делает. Благо, меняют новые провода. Электричество будет сильной, качественной. Ну, для этого надо потерпеть. Не только мне, но и всем. Итак, ребята, завтра 20:00 на этом канале встретимся. Разыграем два ножа. Нету 30 участников. Нету 30. Так что дерзайте. Приобретайте билет по 500. А так, звоните, ребята, звоните. В наличии единственный экземпляр в мире. Единственный.